Продолжаем движение на юго-запад. Нет, пока еще. Третья подгруппа, прием. Да, уничтожен патруль из трех человек. Продолжайте движение, потери есть. Леха, дальше позицию занимает. Слишком друг друга стало. Метров по 10, по 15. Потерь нет. Понял, продолжайте движение. Угорит, поздно будет. Разведка встретила патруль в составе трех человек. Потерь нет, патруль уничтожен. Они продолжают движение по маршруту. Двигаемся на юго-запад дальше. Двигаемся здесь. Извиняюсь еще, да? Повторить есть. Если тут был патруль, нам надо будет уходить быстрее отсюда. Они ухватят. Ну, вперед надо. Группа рассредоточится. Группа, которая рядом с третьей, на 300 враг. Разведка сообщает, враг на 300 от нас. 290-300 враг был виден. Понял, конец связи. Движение на ты уверен, что там? Положительно. Туловище ответил. Речь видел пятерых. Вижу, меня да. Меня возьму 275. Двое. Наблюдаю. Метров 100-150 от нас, прямо по движению на запад строго. Строго на запад, 5 человек. Группа, готовимся к бою, идут на нас запад направление. 100 метров. Человек на север ушел. ФГ, вы где, где ваш координат? Лис, Барсук, у вас, вам сейчас с фланга слева ударят, с запада. Координаты 138-127. Западу от нас бегают враги, тих, около 10 человек. Лис, Барсук, у вам заходит, как понял, с левого фланга, направление запад. 50 метров. Принял. Три, пять человек. 150. Пять человек противника. Открываем огонь. Вторая и третья подгруппа, мы вступили в бой. Направление запад, пехота, 7 человек. Направление север, пехота, 5 человек. Конец связи. ФГ, это речь. У нас с севера большая группа. Понял тебя. Рехин, вытащи Лиса, он ранен. Я уже сам на позиции, находясь себе первую помощь, сам уже оказываю, все нормально. Перевязался, морфик, алюса, все. Пока что отбейтесь, ребят. Понял, не засоряй эфир. ФГ, это Рихин, Лис мёртв. Северо-запад, пехота. Кейс, ты живой? Север-запад, пехота много.
А меня ранило. Вторая, третья подгруппы, докладывайте. Говорит МАУ, врага не вижу, потерь нет. А у нас контакт с нашей позицией. Координаты 138-127. Враг на севере, на северо-западе и на западе. Нужна помощь. Да мы рядом с вами. Южнее на 20 метров. Выдвигайтесь на запад. Выдвигайтесь на запад от нас и обойдите противника, который находится севернее нас. Феникс, прием. Феникс, огромный циклон серый прекратился, противника пока не наблюдаю. Феникс, обойди восточнее противника и выйди к нему на северной позиции. Северо-восток. Еще движение на севере. 133 и 120. От нашей позиции 138-127 выдвигайся на северо-восток. Где на севере пехота стоит? Я в курсе. Я в курсе. Барсук, выходи к нашей. Отходи с северной позиции к нам ближе. А, Лис, ты живой, да, отходи. Прикрываем тебя. По прямой беги, пожалуйста, быстрее, быстрее. Огонь! На северо-западе пехота еще. Пулеметы на северо-запад работаете. Минус, двигаемся на север. Извиняюсь, сюда. Лис, 310 деревья, видишь, зеленка, где был барсук убит. От него левее метров 10. Смотрю, смотрю. Бей туда прям, смотри. Дай пару очередей туда. Рехин, ты живой? Отползи и перевяжись. Лис, что там у тебя? Чисто, чисто, чисто. Скейс, ты с нами? Да, я цел. Контакт на север, северо-западе. Огнем прикрой. Северо-запад, Скейс, северо-запад. 310-320 азимут. Повтори, Феникс. Феникс, повтори. Какой я ранен. На связь, ПД. У нас контакт. Первая, вторая группа на связь. Северо-восток. Да, рядом со мной. Северо-восток, пехота. Первая группа на связи, прием. ФГ, МАУ убит. Где вы находитесь, ваши координаты и состояние группы? Минус один, МАУ. Я на позиции 138-127, а у нас на северо-востоке от нас пехота вражеская. Непосредственный контакт, метров 100. Нужно поддержать огнем, подходите там. В квадрате
137-127, двигаем. Край, возможно, противник тут уже задерется. Рехин, смотри там, кому нужна помощь из наших. Рехин, кому нужна помощь из наших, посмотри. Соскалол морфий, но истекай кровью. Скейс, это Рехин, руку подойти. А, давай, лежу под деревом. Рехин. У нас где-то остался недобитый контакт на северо-востоке. Продолжаю наблюдать, пока никого. Тут не видно, слушай, они за зеленкой бегают. Здесь когда-то у тебя выйдут. Свои есть. Первая группа на связи. А выполнить не смог, а один был убит, другой отвалился. Феникс, ты где находишься? Повтори. Вторая подгруппа, прием. Это 140. 120. Говорит, заяц по 148. А кто из командиров остался? Первая подгруппа жива. Мы потеряли МАУ, я принимаю командование. Понял, возьми у него GPS и сообщи туда. Контакт от нас, строгая северо-восток. Под огнем. Ориентир дым. Мы на 290 от тебя. Фаги, как слышишь? Ранен. А, у нас слева от нас на севере союзный отряд попал под огонь. Рехин, нужна помощь Лису. Он тут истекает кровью. Ты понял, как слышишь? Лис, можешь себя перевязать? Лис, живой? Да-да, жив. Сейчас перевяжу. Отставить, что там будет движение. У нас сзади с тыла, юго-восток, много пехоты, 50 метров. Азимут 120, пехота 50 метров от нас. Первая подгруппа, Лис, Кейс, Рехин, докладывайте, как состояние. Раненый. Я ранен. Лежу, не могу подвинуться.
Так, Лис, у нас Лис и Рехин без сознания. Это у нас стоит. Я... Аналогичная ситуация. Четвертый. Скейс убит. О, обозначаюсь белым дымом, не подстрелите нас. Вторая и третья подгруппа «Контакт» на юго-западе. Пехоты много, уходит на восток от нас. Скейс убит. МГ, это Лис, скажешь меня прием. Лис, слышу тебя. У нас все убиты, кроме нас с тобой. Я так понимаю, мне необходима инъекция адреналина. Сейчас попробую что-то сделать. Вторая, третья подгруппа, как ситуация, докладываете? Так, держись, что-то сделаем.